Свято-Троицкий мужской монастырь во время Светлой Пасхальной Седмицы становится для Рязани настоящим паломническим местом. Именно здесь все верующие горожане могут получить благодатный огонь, который нисходит ежегодно в храме гроба Господня в Иерусалиме. Это знак того, что Господь не оставляет мир. Православные так и воспринимают это, как милость Божию. То есть Господь просвещает наши сердца не просто телесный огонь, не просто огонь, но он благодатный огонь называется, который касается наших сердец и душ наших. Воскресение Христово – краеугольный камень православной веры. На Светлую Седмицу многие верующие участвуют в праздничных крестных ходах и песнопениях.